Здравствуйте. Майкл Дарк, страховой агент. Я из Национального бюро исследований. Мы специализируемся на страховых исследованиях. Вот поэтому я здесь, мистер Москович, чтобы провести исследование у вас. На моем языке есть хорошее название для таких людей, которые думают, как вы. Шмук! О! Значит, вы верите в демократию? Да, беззаветно. Ну, беззаветно не советую. Знаете, что я думаю? Что наша встреча – это больше, чем совпадение. Вы что, пришли сюда издеваться надо мной? Вы хотите знать? Отлично, я вам расскажу. Мне нужна правда.